вот болото из канализационных стоков, состоящее на микрорайоне Веснушек. Дома строятся, с канализацией не борются. Обратите внимание, дождей нет, все сухо. Это непосредственно КНС. Здесь сделали сливной колодец, который полный, полный. Там, к сожалению, не видно, но в данный момент вот, вот, пожалуйста, потому что уже темно довольно-таки. Он полный. Все это уходит под землю и в ливневые колодцы, которые сливаются в дальнейшем в безымянный ручей, который проходит по Чижовке. Дальше этот ручей идет в реки, в озера. Как-то так. Сегодня 26 сентября 2023 года. Хитроумные канализационщики пустили канализацию в ливневку. И переизбытки канализации все попадают в ливневую канализацию, которая впадает в водоохранную зону, в ручей Безымянный, который протекает по Чижовке. Дышать невозможно. Вот этот поток весь попадает в ручей, а дальше в Рождественское озеро и другие водоемы. Хотя дождей уже нету 3 недели. Поток льется и запах такой, что дышать невозможно.